Я кое-что спрошу. Ты один живешь? А. Да. Почему? Как понять почему? Сколько тебе лет-то? 35. А возлюбленный нет? Тебе-то что? Ну, мне надо знать, раз мы теперь будем жить вместе. Мы не будем жить вместе. Выкинь это из головы. Но если ты не будешь присматривать за мной, то попадешь в тюрьму. Почему-то сейчас это кажется мне более привлекательной идеей. А если ты сядешь в тюрьму, что я тогда буду делать? А мне откуда знать? Приют поселит какой-нибудь. Не беспокойся. Нет. Я не хочу приют. За мной будешь присматривать ты. Давай, попроси счет и пойдем. Какой счет? Я же сказал, у меня нет денег, так как меня внезапно забрали. Я подумала, что нет наличных. Каких наличных? Бумажника нет, бумажника. Сбежишь, не оплатил? Нет, конечно, разве так можно? Спокойно возьму и выйду отсюда. А ты схватишься за живот, ляжешь на пол, начнешь извиваться, делать такие движения, а я подниму тут панику, приговаривая, она отравилась. Потом придет заведующий рестораном. Для того, чтобы посетители не беспокоились и проблема не стала больше, с нас не возьмут оплату. А потом еще и оплатив наше такси, отправят нас в дорогу. Я не буду этого делать. Сделаешь? Не сделаю. Послушай не меня. Не слушаю. Слушай меня. Я прямо сейчас отведу тебя в приют и сбегу. Но... Нет никаких «но». Ты это сделаешь. Давай. Давай, давай. Ну, иди сюда. Иди же. Здравствуйте. Здравствуй. Я Ойки. А я Джамда. Это... Погадать тебе? Гадание? Нет, дорогая, не надо, спасибо. Я очень хорошо умею гадать. Меня тетя научила. А где твоя мама? Сейчас я их хорошенько перемешаю. Потом попрошу у тебя левой рукой разделить их, сестра. Все равно посмотрю, говоришь. Ладно, смотри. Так, сейчас левой рукой на три разделить сможешь? Левой? Так, да. А я сейчас их вот так вот возьму, сделаю вот таким образом, перемешав один раз карты. Разложу вот тут. Раскладываю. А ты сейчас выберешь отсюда те карты, которые хочешь. 7 штук. Держи и пойдем. Давай. Шт,
Что ты сказал о той женщине? У моего отца совсем нет денег. И у меня нет денег. Весь день ходили голодные, и счет оплатить не можем. Нас заберет полиция. Что ты сказала? Не бойся, я так не говорила. Но я так и не понял, что ты сделала, что та красавица дала тебе денег. Эта девушка на тебя не посмотрит. Что ты говоришь? Ты о чем? При чем тут это? Я говорю, что теперь я запрещаю тебе делать плохие вещи. Если ты сделаешь плохое, полиция тебя арестует, а меня отправят в приют. Поэтому я всегда буду рядом с тобой. А я таким темпом стану убийцей. То есть ты говоришь, что обязательно сядешь в тюрьму? А сейчас куда мы идем? Вот, ты знаешь, и туда следует метро. Тебе столько лет, ты до сих пор не можешь купить машину. Госпожа, знаете, человека на несобственной машине берут под арест. Ступай. Алло, здравствуйте, господин Тарык. Что? Роды начались? Раньше, чем я думала. Хорошо, я сейчас приеду, не волнуйтесь. Хорошо, до встречи. Доброго дня. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.